свет во тьме рассеем, тишина окрест звенит. Спит земля, и вместе с ней спит село Петровский скит. Под покровом тихой ночи тени бродят без следа, и недоброе пророчит, будто ждет людей беда. Местный сторож, однорукий инвалид Иван Росток, протрезвился и от скуки кисло смотрит в потолок. Что случилось, что мечталось, не случилось, что хотелось, не сбылось, что имелось, погубилось, пролетело, пронеслось. И какой-то беспутной жизнь представилась ему неспокойно, неуютно и на сердце, и в дому. За лесами робко-робко обозначился туман, словно узенькая тропка, по которой день придет, разольется день с востока, как из крынки молоко, и от этого потока станет просто легко. А пока что среди ночи, повздыхавший обо всем, сник Иван, зажмурил очи, и на миг забылся сном. И на миг он стал спокоен, и увидел он во сне, как летел великий воин на невиданном коне, оставляя за плечами семицветную дугу, он лучами, как мечами, бил по страшному врагу. В жуткой схватке все смешалось и исчезло, как пришло, только радуга осталась, да родимое село. К удивлению, вслед за этим появились у окна дома покинувшие дети и покойница жена. Хохоча на лавку сели, как немало лет назад, как когда-то в самом деле всей семьей сидели в ряд. Хоть Иван без них не грехой, хоть Иван без них зачат. Дочки ладно, дочки где-то, и мужья, и в хохочах. Хоть ему с одной рукой даже ужин не сварить, значит, просто недостоин, значит, так тому и быть. Но жена, свидание с нею долго ждал Иван Ростов. Эти руки, эту шею, этот выцветший платок он лелеял от забвения в изболевшейся душе, чтобы вымолить прощение. Запоздалое уже. От восхода до заката сам не свой ходил Росток, будто слышал зов куда-то, а куда — понять не мог. С кем тоскою поделиться, получить ответ совет? Много лиц, но только лица, понимания в лицах нет. Льется время. Век 20-й отплясался на стране, и стоят все те же хаты, поедевшие вдвойне. В хатах тихо меркнут люди, обнищавшие втройне, и не знают, что же будет в их деревне, в их стране. Но страшнее, чем поражение, хуже хаоса в стране, тихо злобное вторжение в душу русскую извне. Постепенно, год от года, все подлее и сильней, заражение народа грязью новых смутных дней. Кто их звал? Газеты звали. И теперь уж треть села, тех, кто долго разъезжали в тщетных поисках угла, поначалу осмотрелись, получили стол и дом, и понравилось, пригрелись, но не стали жить трудом. Словно мусор в полнородье их несло и принесло непонятное безродье наше русское село. Никого не удивляет то, что даже бабы сплошь по неделям запивают, унося последний грош. Плодородные угодья заселяется сорняк, тихо делает безродье то, чего не может враг.
Непрекаянные дети, без тепла и без царя, без креста, без покаяния. И кому теперь нужны ваши мысли и страдания, ваши слезы, ваши сны? Слез Россия не считает, все века в слезах живет, но уже заметно тает несгибаемый народ. Средь густых лесов поставлен за селом Петровский скит. Утро деда Федосея в одиночестве стоит. Редко здесь бывают люди. С давних пор заведено, только филин деда будет, только ель стучит в окно. Нелюдимым, отрешенным, без зарплаты, без аптек, по другим, своим законам прожил он свой долгий век. Так случилось, почему-то, лежа глядя в потолок, вдруг решил сходить на хутор, опечаленный Ростов. Сон ночной его терзает, сон покоя не дает. Может, дед хоть что-то знает, может, дед что поймет. Кубик пес, душа родная, подскочил, вильнул хвостом, и друг дружку охраняя, в темный лес пошли вдвоем. Наконец и хутор, вот он дом, а в доме тусклый свет, будто ждет и сам кого-то, сам не спит. Столетний дед приготовился для встречи, двери настежь, свет в проем. Добрый вечер, уж не вечер, заходите с Богом в дом. Дверь закрылась за Иваном, и в глаза ему глядит дед в рубахе домотканой, с медным спасом на груди. Печь в подмолке, всюду чисто, все отмечено трудом, и неведомый, душистый запах трав окутал дом. Мирно теплится лампада, ряд иконок в рушнике, все по-русски, все как надо, и в избе, и в стенке. Отлегли с души тревоги, все как будто ничего. Молвил дед, теперь с дороги выпьешь чаю моего. Подает Ивану кружку, и Иван одной рукой, поудобнее взяв за дужку, раз глотнул другой. Что случилось, непонятно, но буквально с двух глотков повернулась жизнь обратно в юность. В детство, в глубь веков, вкус невиданный и редкий, запах сотен тысяч трав уносил к далеким предкам, душу трепетом объяв. И заныло, застонало, болью сердце изошло. Вот чего оно искал, вот где себя спасло. Два глотка такая малость, трав целебных волшебство, но в Иване не осталось от Ивана ничего. Ты пришел просить совета, тихо начал Федосей, что придешь, я знал про это. Был мне знак на случай сей. Коль ты здесь, то слово в слово слушай все, что знаю я. Род твой, суть Ивана Ростова, от него пошла семья. То мы уже не знали, это тьма веков хранит, но селу название дали в честь него Петровский скит. Говорят, что все Ростовы ростом были велики, лошадиные подковы гнули эти мужики. Толк в крестьянстве понимали, жили верой и трудом, и отечество спасали, если враг врывался в дом. Божий крест несли со всеми. Кто же думал, что потом изойдет ростовых племя, станет пьяненьким ростком? Сон я видел. Разумею, что Господь тебе явил бой Георгия со змеем.
бой святых и черных сил. Прожил ты почти полвека и не знал, что каждый час бой идет за человека, бой за каждого из нас. Бой все явственнее и злее, тьма на свет сбирает рать. Но когда повергнут змея, где ты будешь обитать? Ты, Иван, себя забывший, бивший бедную жену, никудышный, все пропивший, шел ты медленно ко дну, заблутался, загрешился, но Господь тебя смирил, с пьяну ты руки лишился, той рукой, которой бил. Дед замолк, и сразу, сходу, будто палками побит, дал Иван себе свободу, по-ребячески, навзрыд, слезы лил, вздыхая тяжко, в полный голос причитал, и рукав его рубашки очень скоро мокрым стал, под иконами рыдая, не стесняясь никого, никого не обвиняя, лишь себя же самого, голосил крестьянин русский, вспоминая жизнь свою, и жену в цветастой блузке, и детей, и всю семью. Голосил, отголосился и затих. А дед ему: ты со всеми заблудился, но спасаться одному. И теперь меня послушай, сон тебе затем и был, чтобы дар бесценный, душу ты, Иван, не загубил. Так исполнишь волю эту. Проплутавши столько лет, повернись, несчастный, к свету. И иди, ползи на свет. Крест взвали себе на плечи, он тяжел, но ты иди. Чем бы ни был путь отмечен, чтоб не ждало, иди. В чем же крест мой? Кто же знает, на душе один лишь страх? Все Господь определяет, всякий знак в его руках. Ты поймешь, и не пугайся ни судьбы, ни слов, ни ран. Время близко, собирайся, торопись, иди, Иван. Брел Иван, смятение полное, и услышал голос вдруг. Где ты был, мой сын жестокий? Я стучался в дверь твою, посылал к тебе пророков, говорил про жизнь в раю, исцелял тебя в болезни и в печали утешал. Ждал тебя, но бесполезно. Звал тебя, но ты не внял. За твою больную душу на Голгофе был распят. И просил, но ты не слушал. Ты себе готовил ад. Ты прельщался красотой, властью, славою земной. Ты смеялся надо мною, путь избрав себе иной. Ты презрел мои старания поселить в душе разврат, и грешил без покаяния, и гордыней был объят. Прожил душу, убивая для утробы, словно зверь, и молитв, и слов не знаю. Что же хочешь ты теперь? Над остывшую землей плыл предутренний туман, тихо брел тропой лесною изменившийся Иван. Старцем мудрым потрясенный, к жизни новой стал готов. Словно заживо рожденный, человек Иван Христов. Непонятной, чудной силой изгнан был с души дурман. И во сне все это было. «Во сне!» — шептал Иван. Словом праведным согретый,
ощутил он Божий страх и впервые в жизни этой шел с молитвой на устах. Пусть не складно, не умело смог ее произнести, но наверх уже летело гнездо. Господи, прости! Стыд, раскаяние, тревога и надежда жить опять. Боже правда, как же много можно сразу испытать. Лесом, садом, огородом он, не взглянув по сторонам, в темноте перед восходом он вошел в свой сельский храм. Он вошел и ужаснулся. Груды хлама, гниль, развал, оступился, поскользнулся и с размаху в хлам упал, и ржавый гвоздь двухсотку пол лица избороздил, кровь течет по подбородку, боли стыд, и нету сил. Дождь за стенами закапал, зашумел, дохнул грозой, а Иван сидел и плакал, и смывалась кровь слезой. Где вы, прадеды и деды? Где ты, род угасший мой? Что ж мне в жизни только беды? Что ж я брошенный такой? Вдруг Иван запнулся снова и наверх свой взгляд вознесся. Весь в крови, в венце терновом, на него смотрел Христос. Все ушло, что было рядом, стены, звуки, хлам, разлад. Жизнь исчезла, стала взглядом, только взгляд и встречный взгляд. Первый раз за полстолетия в этой жуткой пустоте человека взглядом встретил Бог, распятый на кресте. Невозможным оказалось взгляд от взгляда отвести, и тисками сердце сжалось в мысли. Господи, прости, если я не умираю, смог Иван проговорить. Стыд свой знаю, грех свой знаю, дай мне время искупить. Нет руки, нельзя креститься дальше, время хоть чуть-чуть, и сумеешь убедиться, что к тебе лежит мой путь. Не суди меня сурово, если я по простоте слишком прямо понял слово о земном моем кресте. Дня на три или больше даже из села Иван пропал. Обнаружили пропажу. Ничего никто не знал. Обыскали все канавы, все кусты, все зазря. Нет нигде. Опередил всех Иванова кума. Отыскал все вражья сила, вот беда. Сошел с ума. Ну чего там? Что уходит? Да сиди, глядит во двор. Ничего, спокойный вроде. Но в руке зажат топор. Посреди двора лежала пара бревен, два дубка. Встал Иван и для начала топором на них слегка снял кору, зачистил ровно. И одной своей левшой стал тесать он эти бревна, силясь телом и душой. Раз за разом тяжелее все мелькал, взлетал тому, что не было важнее дела в жизни до сих пор. Словно что-то дорогое для себя Иван творил. Тесал одно, другое, хоть и выбился из сил, хоть уже рука дрожала. И в ушах он слышал гул, все ему казалось мало, не присел, не продохнул. А когда Иван поднялся, весь народ качнулся с места. Он устало улыбался, сжав рукой огромный крест. И вот тут толпа застыла. Что спросить? Что сказать? Может, хочет на могиле крест упал поменять? Или чего удумал спьян? Может, руки наложить? Председатель встал при ванну. Понял, надо говорить. Мы тебя весь день искали, между прочим, все село от работы оторвали. Что, скажи, произошло? И Иван не стал таиться. Крест к забору прислонил, посмотрел в людские лица, никого не пропустил и сказал. Родные люди, знаю вас не первый год. Может, кто меня осудит, может, кто-то не поймет. Не подумал.
думаете, что с пьяным я несу какой-то бред. И теперь совсем не стану. Уж есть или нет. Что случилось, то словами передать я вряд ли смог. Просто понял, что над нами был и есть, и будет Бог. Веру каждого. Ну, словом, я хотел всех вас спросить. Может, церковь восстановим? Может, легче станет жить? И лишится дара речи петроскитовский народ. В удивлении сжались плечи. Что с Иваном? Кто поймет? Чтобы стало все яснее, расскажу вам, где я был. Был я аж у архиерея, с ним про церковь говорил. Дал он нам благословение. Хоть доверите мне это, все пройду. Всю жизнь отдам, по копейке, но до лета соберу на Божий храм. Вот мое такое слово. Нам решать при всем тут. Отошел Иван, и снова тишина на 5 минут. Тишина. И как от боли крикнул ветхий старичок. Ай, не русские мы, что ли? Что тут думать, прав Ростов? Одного не понимаю, крест дубовый для кого? Для меня спокойно, строго выживал и возгласил. Чтобы видно было Богу, что и я свой крест носил. И пошел Иван с крестом. Пробуждался на рассвете, то в столу, то под кустом, в старом брошенном сарае, в чистом поле и в лесу с хрипом. Боже, убираю, не смогу, не донесу. Вновь и вновь шептал молитву, целовал свой крест, просил, словно воин перед битвой, и терпение, и сил. Знал, что нет назад возврата, без креста спасения нет. Коли тьмою все объято, то иди, ползи на свет. И неведомая сила просыпалась в нем опять. Боль из тела уходила, можно сесть и можно встать. И пошла молва по свету, и достигла разных мест, что живет в народе где-то человек, носящий крест. Кто удивился, кто пугался, кто не верил. Но потом в душу тайно оставался образ странника с крестом. Кто он, что, какой судьбою крест ему достался тот? Как же он с одной рукой? И зачем тот крест несет? Одинок ли он в себе? Есть ли дети или нет? Почему он так поверил в Божий суд под старость лет? Так Иван Ростов от рода славу тихую снискал и почтение народа. Хоть и сам о том не знал. Вот он грязный, небритый, крест несет он по дворам. Каждый двор идет с молитвой, собирает деньги в храм. И крестьяне подавали, не скупясь, от всех щедрот, хоть совсем не жировали, а скорее наоборот. Уходя на 2 недели, возвращался точно в срок, ковыляя еле-еле под крестом своим Ростов. Из забытых деревенек, из неведомых краев приносил немало денег сборщик средств Иван Ростов. Все по счету без обмана, все и бухгалтер запирал. Весь петровский скит гордился, что у них не где-нибудь человек такой явился, что избрал тернистый путь. И они свой храм построили, и молва про этот храм облетела все просторы, были со сказкой пополам. И далеко слух гуляет, что Ивана Бог ведет, и болящих исцеляет, и покаяться зовет. В ноябре на Златоустом завелась метель к ночи. На селе темно и пусто, все по хатам у печи. А метель свистит, дуреет, воет, ставнями скрипит. И уже поближе к ночи, сквозь привычный этот вой, одинокий, страшный очень, появился вой, думаю, и волчий.
лишь собачьи. Зубным тяжело, да не вой, а кто-то плачет. Душу рвет на все село, шутковато, тень, полночь, ветер, бой, метель, луна. Но никто не звал на помощь, знает балон сатана. Лишь на завтра, утром рано, возле церкви берез, наглели на труп Ивана, рядом крест и мертвый пес, и глядел из-под лобья все село без слез и слов. Кто? Зачем? За что так подал? Чем? Кому мешал Ростов? Взгляд открыт, на шее рана, сумка, в сумке ни гроша. Расходитесь, нет Ивана. Отошла его душа. На столе в своем же доме он лежал помыт, побрит, и в земляк давно знакомый, однорукий инвалид. Как положено одели, кто костюм, кто туфли дал, свечи тонкие горели, дед в углу псалтырь читал. Так Петровский скит веками никого не хоронил. Лишь сейчас узнали сами, кем Иван при жизни был. С ним прощались, целовали бабы, старцы, малыши. Свечи тонкие сжигали напомин его души. От Ивана прощания когда-то старину. Чем собрал он их едино? Не велик, не знаменит. Петроскитовский мужчина, однорукий инвалид. Удивлялись силой воли. Человек Иван Ростов выбрал сам свою же долю, свой предсмертный путь с крестом. Потому что силой веры всем внушил, спасение есть. Потому что первый вспомнил Бога, Русь и предков честь. Крест ему установили тот, что он носил с собой. Вот и все. Похоронили. Путь закончился земной. От обряда погребения путь тернистый к небесам и надежда на спасение. А народу строить храм. И в России все сначала не впервые начинать. Истреблялось, исчезало, а потом, видишь, опять из-под пепла, из-под праха возрождалось опять. А убить его с ускали. Шаромыгом на стакан не хватало. И отняли деньги те, что нес Иван. И убили без зазрения, и не дрогнула рука. Ждать им теперь прощения за невинного ростка. Если вам когда случится скит Петровский посещать, вся постройка завершилась. Слава Богу, храм стоит. Вы зайдите, не винитесь, свечку купите восковых, за Ивана помолитесь и за всех других православных наших братьев, кто в родную землю лег. Для молитвы неба хватит, потому что в небе